протокол об административном правонарушении, позиция сотрудников полиции основывается на том, что существует якобы какой-то приказ Зеленхоза о том, что 4 июня на территорию непосредственно к памятнику пройти нельзя. Ради же безопасности самих граждан. Якобы там проводится какое-то обследование. Я требовал вызвать и допросить сотрудников этого муниципального учреждения, требовал запросить документы о том, что это за обследование, в чем заключалась угроза безопасности. Во всех этих ходатайствах суд отказал. На самом деле данный приказ является лишь формальным документом, основанием для того, чтобы полиция имела возможность запрещать гражданам проходить к памятнику жертвам политических репрессий и возлагать цветы. Признать Алексея Галиктерина Андреевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19 КУАП РФ, подвергнуть ее административным наказанием в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. Очень важно и показательно было это дело, потому что мы увидели все с вами, как важно прийти, поддержать человека, несправедливо задержанного, которого несправедливо привлекают к ответственности, что мы увидели результат, что человек получил штраф, еще не максимальный штраф, хотя статья была арестная, потому что, я считаю, стало стыдно сотрудникам полиции, руководству суда назначать арестную статью человеку, который ничего плохого не сделал, закона никакого не нарушил и просто хотел возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий, который для этого и предназначается.